Всем привет! А вы случаем не хотите забрать 15 лицензионных игр себе на халяву? Нужно просто заходить каждый день в магазинчик Epic Games. И вот началась тут акция такая. С 17 декабря 2020 года по 7 января. Получается, 15 дней подряд будут появляться игры, которые мы сможем забрать на халяву. Какие это будут игры, тут не показывается. Получается, что каждый день там висит вот такая вот табличка. Сейчас покажу, вот, тут написано «Тайная игра». Вчера, получается, я вот уже забрал игрушку, тут бесплатно называлась Cities Skylines. Это какая-то там градостроительная стратегия. Ну, мне стратегии не очень нравятся, но на халяву забрал. Сегодня вот уже появилась игрушка под названием Oddworld New Tasty. Это получается типа какая-то платформер, а также с элементами головоломки, и там какая-то еще комедийная игрушка. Это получается, что каждый день в 7 часов вечера по Москве вот эта вот раздача игр обновляется, и там появляется еще какая-либо другая тайная игра. Также в интернете я видел списки вот этих игр, там какой-то чувак, короче, слил, но что-то списки не подтвердились. Сейчас я покажу вам эти списки. Там, короче, тут даже, смотрите, был Fallout 4 и даже Resident Evil 7, который под этим слитым списком должен был быть сегодня. Но сегодня дали вот Oddworld New Tasty. Ну вот как-то так. Если вам было полезно это видео, ставьте пальцы вверх и не забывайте забрать свои халявные игрушки. Всем пока!